Всем доброе утро, 18 ноября. Это значит, что мы приехали на соревнования по форели Golden Fin. Погода у нас сегодня просто космос. Я не знаю, для форели это нормально, ненормально. Ветер страшный, дождь весь день. Вот в таких условиях мы будем сегодня ловить эту форель. Вот такая погодка нас встречает. Доброе утро всем! Сегодня 18 ноября. Мы на Bevel Water проводим первые осенние состязания по ловле форели, которое называется Golden Fin. Сегодня у нас дождь, ветер. Надеюсь, что не будет цунами на водоеме. На данный момент у нас зарегистрировано 52 участника. Сегодня неплохой призовой фонд. Мы подготовили подарки от наших спонсоров. Это спонсоры Fresh Lures, Pro Fishing UK. И есть два человека, которые изготавливают резину, силиконовые приманки для ловли форели под заказ. Вот такой приз будет ждать каждого, кто сегодня быстрее всех поймает 16 рыб на команду. Вот, будет дополнительный приз от наших спонсоров. Компания Fresh Lures. Утро доброе всем! Я являюсь представителем Fresh Lures UK. Fresh Lures производит мягкие силиконовые приманки. Fresh Lures компания приготовила для чемпионов, для победителей сегодняшнего дня. Будут предоставлены джерси, именные джерси. Будете выбирать, какой хотите цвет, то ли синий, то ли желтый. Есть два цвета. Ловить только на спиннинг. Это спиннинговая ловля форели. Запрещено ловить на поплавки, на донки. Запрещается ловить на различные виды живых личинок, червей и так далее. То есть нельзя ловить и на пасту, на донные снасти с отводным поводком. Чисто профессиональная спиннинговая ловля форели. Сегодня мы ловим по принципу поймал и не отпустил, а убрал в сумку. Будем взвешивать общий вес пойманной рыбы. И участники, которые выйдут в тройку финалистов, получат денежные призы. Сегодня у нас денежные призы за первое место. Это будет 700 фунтов на команду. За второе место это будет 500 фунтов на команду. И за третье место это будет 350 фунтов на команду. Если у вас какие-то проблемы, заглох мотор, оторвали якорь или еще что-то случилось, не надо мне на телефон звонить. Звоните рейнджерам. Можно, не выплывая, 16 рыб принести? Можно. Сразу банк, не очередь. Придется отвечать тогда перед всеми. Итак, через секунду начнется старт. Все на низком старте, лодки в сборе. Все готовы. Итак, чемпионат по форели начался официально. Лодки разъезжаются. Все летят на козырные места. Мы куда летим, Леха? Леха знает, куда летит. Заброс, фрикцион у нас стоит, все работает, и будем пытаться вжарить ее на воблерочек, который у нас работал в прошлый раз. Есть одна, yes. Продолжаем. Ну что, после первой поклевки так и не поняли, какой цвет она берет, и сейчас мы с Лехой меняем различные цвета, пытаемся подобрать ключик для этой сумасшедшей рыбы. Эхолот не замолкает. Рыба стоит на 6 метрах под лодкой прямо, а толку пока нету. Но мы не сдаемся. Правда, Лех? Да.
Ну что, очередная рыба, но, к сожалению, не зачетная. Это Матроскин у нас. Жулик, матрос. Мы с тебя не ждали. А ты пришел. Ну ничего. В такую погоду хоть какая рыба, тоже рыба. Леха, иди беги. Позови нам форель, что пришла. Час дня, одна рыба. Перемещаемся дальше, ищем рыбу. Никто не ловит, все плавают. Ну и мы также. Не хочется кататься, конечно, по такой погоде, но стоять на одном месте тоже не вариант. Ищем рыбу. Из 10-4 подплываем на базу с одной рыбой за весь день. Что? Не сказать, что мы расстроены, это ничего не сказать. Рыбалка такая есть, погода, конечно, жесть. Но сейчас будем смотреть, кто у нас чемпион. Мы хотя бы ушли от нуля, правда, Лех? Да. Задача уйти от нуля выполнена. Так что почти отлично. Значит, сегодня начнем с маленькой рыбы. Команда Алекса Часкевич. Молодец. Команда, это один человек, да? Да. Кто вас самый маленький поймал? Сюда, давай. Так, подожди. Я вот туда рубанусь. Да, вот на камеру. Супер. Так. Большая. Большая. А вот большая рыба есть в команде Мингаус, Исалиус Веркутис и Кестус. Надо перевешивать, наверное, рыбу. У вас два одинаковых результата. Давай, перевешивай. Орел или решка? Чего выбираешь? Орел. Ну и все, у нас решка стала. Хороший день, кстати. Давай. Так. Так. Дальше. Fastest catch. Далеко не уходи, да? Да. Fastest catch. Кто сегодня приехал? Кистудис, нет? Кистудис? Да. Да, давайте. Вон. Поздравляем. Так. Еще одна медаль. Да. Еще держи. Молодцы. Так, третье место сегодня заняла команда под номером 17.
Это Эдуард Герцог и Александр Зенко. Да, 4. Так, аккуратно кубки, да, они вываливаются, положим, вываливаются потом, аккуратно. Положим потом обратно в коробки. Да, держи. Так, так, и денежные сюда. И вот туда на камеру там. Так, вот. Тут коробки для кубков, да, чтобы перевозить домой. Да, второе место у нас... Медгаус и Сайлус Веркутис. Поздравляю. Держите, да, аккуратно. Держи. И чуть-чуть на камеру. На камеру. Вот все. Так, и... Коробки для кубков тут, да, чтобы домой везти. И первое место у нас сегодня наши абсолютные чемпионы Кестус и Виталий. Спасибо, что дождались и выстояли в такую тяжелую погоду, такие тяжелые условия рыбалки. Всем спасибо, ждем вас в марте!